Добрый день, уважаемые зрители и гости моего канала. Хотел бы высказаться по поводу того, можно ли верить людям, которые идут во власти, или во власти, или бывшим во власти, считают, что этим людям верить нельзя. Многие из них готовы на все. Многие готовы на все, чтобы достигнуть власти, удержаться у власти или вернуться от власти. Считают, что доверять партиям, депутатам или каким-либо лидерам в Украине совершенно нельзя. Многие из них работают на олигархические каналы, олигархические тланы и олигархическую систему. Многие из них работают на спецслужбы внутри Украины и на спецслужбы, которые извне влияют на Украину. Считают, что доверять людям, которые рвутся к власти или у власти, или бывшим, которые хотят вернуться, нельзя. Это мое мнение субъективное. Спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, высказывайте свое мнение. Одна только борьба есть. Это борьба за улучшение качества жизни против олигархической системы, которая убивает Украину. Спасибо за внимание. До новых встреч. Всех с прошедшими и наступающими новогодними праздниками.